Давным-давно, когда люди не знали ни бед, ни счастья, появились на земле смоленской. Не люди, которые кровь пили и бесчинство творили. Помнишь сказки, которые я тебе в детстве рассказывала? Я их наизусть помню. Хорошо, что помнишь, потому что это не сказки. За пальчиком следим? Где? В Смоленске. Ты получил по голове, а потерял сознание. Познакомься, это мой дедушка. Здравствуйте. А это мой брат, Женек. Ошиблись маленько. Да вы не пугайтесь, это дед на черный день приобрел. На них скидки были для ветеранов труда. Грех было не взять. Это кто? Бывшая жена дяди Жана. Странная она какая-то. Потому и бывшая. Утекай. Значит, говоришь, из Москвы следователя принесла нелегкая. А если дело будет громкое, то со дня на один. Хранитель объявится. Жан же мог свалиться во Францию свою или на Мальдивы какие-нибудь. Мог. А чё не свалил? Так ведь хорошо у нас. Хорошо. Ну а что, он взяточник? Поговорим о вампирах. Все расскажу. Как есть. Кто тут интересовался, каково мне в темном цвете? Вот она я, брюнетка. Так. Не знаю. Что скажете? Подожди, меня сейчас еще Да ты еще раз ветерочки в машину засовывали. Ты еще раз. Ретро? Можно, честно говоря, и плотность сразу на них двоих, ну, то есть не делать такой супер общий сразу, ну, то есть он как бы не нужен. Ну, это две? Да.
Вот так вот.